Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео направлено в ту сторону, потому что вот в комментариях иногда пишут, вот ты так хорошо рассказываешь про посуду iCook, вот, а ты, говорит, ей сам-то вообще-то пользуешься. Ну вот смотрите, да, я ей пользуюсь, причем очень долгое время, это порядка более 10 лет наша семья пользуется. Ну и, собственно говоря, вот я сейчас пробегусь немножко. Вот. Терка iCook фирменные. Вот только что помыл сотейник iCook, вот, в котором у меня там готовилось 2,5 литра. Вот, и, собственно говоря, вот этот вот сотейник предназначен для того, чтобы приготавливать пищу по системе Vitalog. То есть это получается с наименьшим количеством жира и влаги и с сохранением всех питательных веществ, которые находятся именно в продуктах. Ну вот, в сотейнике у меня гуляш на завтрашний день, который я себе приготовил. Ну и, собственно говоря, если пробежаться вверх, вот у меня наверху стоит сковорода Wok, которую мы используем, о ней будет отдельный разговор. И если быстро пробежаться, ну, конечно же, iCook, это чайник iCook, это ножи iCook, это еще большая сковорода iCook, в которой мы только приготовили вот эти вот, скажем, лавашики, мы их называем, да, с той начинкой, которая нам нравится. Собственно говоря, если мы перейдем на умывальник, ну, естественно, это компания Amway, это то, что мы используем. Это жидкость для мытья посуды, это средство для, скажем, металлических поверхностей, жидкое мыло, то, что мы используем. И, конечно же, вот на ночь мы собираемся почистить зубы, и, конечно, мы же чистим зубы пастой глистер или глите по-другому и нашими зубными щетками от компании Amway. Так что, дорогие друзья, всем благ, здоровья и процветания. Все это есть, все это реально. Вот. И то, что мы тратим деньги, это, скажем, получается то, чем мы пользуемся. Скажем, те люди, которые этого не знают, они ходят просто в традиционные магазины, в сетевые маркеты и покупают там, что есть. Мы покупаем здесь. И за ту продукцию, которую мы покупаем, мы получаем баллы. Вот. И эти баллы нам возвращаются обратно кэшбэком наличными каждый месяц. Кому это будет интересно, всегда рад вам об этом рассказать, помочь. И всего самого хорошего. Пока.